Все знали. Знали о том, что лица еврейской национальности в какой-то степени квотированы. Заложники пятой графы. Я говорю, у меня мама гречанка, а папа инженер. Я понял, что он такой, как они все. Уехать нельзя. Остаться невозможно. Он не мог ходить с опущенной головой. Дали показания, что я у них купил 5 заведомо краденных икон. То есть я это знал. Какой ценой они покидали СССР? Мы собрались за 4 дня. У нас было такое ощущение, что мы умерли. Пятая графа. Эмиграция. Премьера. В четверг. В 23:20 на канале «Россия».